Да, вот это, знаете, все хочется как-то как раньше. Как раньше хочется, чтобы так захватила такая бардовская ситуация, чтобы как-то тут такая атмосфера была. Налейте еще себе. Но не торопитесь. Вот я все время вспоминаю моего кума Леню Лейкина из лицедеев. Он всегда, когда мы собираемся, сразу выпивает 3 раза по полстакана и говорит: все, вам меня уже не догнать. Есть еще, значит, у меня один друг, с которым я всегда делю воспоминания о своем дворе, о своем детстве. Это Сергей Макаров. 2-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион мира, красная машина, так называлась их команда, Фетисов, Ларионов, Крутов, Казатонов, Макаров. И сейчас он даже вошел в лучшую пятерку хоккея за 100 лет. Представляете, вместе с Харламовым. Ну и вот я, конечно же, спел ему эту песню про наш двор. Сейчас спою и вам. Посвящается Сергею Макарову. Знаете, что-то они похожи как-то. Давайте я сейчас какую-нибудь другую спою, песню вот такую. Что это за песня? А это «Небесный калькулятор». А что «Небесный калькулятор»? Я сидел у тусклой лампы допоздна, вспоминая давний запах дальних мест. Я гулял по синим сумеркам без дна, возвращаясь в разрисованный подъезд. Кто-то ждал меня, а может и не ждал, оставлял как флаг незапертую дверь. Кто-то знал про все, а может и не знал. И вот теперь от живого моста с ней вино, могли бы лет до 100 мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась гончкара, поздно и дома ждут. Скольжу пустым пространством, мостовых и не смотрят светофоры на меня с безразличием. Мостовых на выходных перламутровым загаром города покрывает разгоревшийся восход. И мне кажется, что было так всегда, всегда в тот год от живота. Мы пили с ней вино, могли бы лет до 100 мы целоваться, но краток речной маршрут, кончилась гончара, поздно и дома ждут. Кончилась гончкара, если